В Ярославле прошел всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти подполковника ФСБ Владимира Лататуева. На соревнования приехали несколько сотен борцов из 30 регионов. Победители получили путевку на первенство России. Уже в четвертый раз в Ярославле проводятся всероссийские соревнования, которым присвоено имя сотрудника ФСБ Владимира Лататуева. Он погиб в 2000 году в Чечне во время контртеррористической операции и посмертно награжден орденом мужества. Ребята, которые приехали на турнир, говорят, что этот вид спорта воспитывает настоящий мужской характер. Выносливость, характер развивает. Ставим цели, научиться свои цели добивать. Как бы мужественность. И вообще по здоровью помогает. География состязаний широка. В Ярославле собрались борцы из разных уголков страны, от Иркутска до Ямало-Ненецкого автономного округа, от Архангельска до Самары и Пензы. Всего представлено 30 регионов. Новый спортивный зал, недавно оборудованный в воскресенских казармах, с удобным современным покрытием понравился спортсменам. Прекрасный зал, сам город старейший, очень красивый. Турнир уже проводится здесь неоднократно. Первое место среди молодежи дает право выступать на первенство России в марте, который состоится. Последние годы интерес к занятиям спорта среди молодежи заметно растет. Все больше требуется и спортивной инфраструктуры, для создания которой используются как бюджетные, так и внебюджетные источники. Мы разработали конструкции неких легких спортивных сооружений, это турники, брусья. И идея была такова изначально, ставить эти конструкции во дворах. Будет сейчас открыт скоро уже сайт, он сейчас в разработке, где любой житель или группа жителей могут проголосовать, что хотим у себя во дворе поставить такую конструкцию. Мы выезжаем на место, сотрудничаем со старостами, с активными жителями, соответственно, если есть возможность по месту, то эти конструкции мы ставим. Высоких спортивных достижений добиваются лишь избранные, а массовые занятия спортом помогают всем укрепить здоровье и закалить волю к победе.